Это не ГУМ, это ЦУМ. Да. Петров, как ты все любишь, смотри. Ты был? Смотри, пожалуйста. Все как в советское время. Люди стоят, женщины, вот такой вход. Модерн токинг играет. Вот вход такой, как раньше было в ЦУМах. ЦУМ, видишь, написано? ЦУМ, а не ГУМ. ЦУМ. Второй этаж, товары для мужчин. И отделы все такие, как раньше были. Отдел, 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 отдел. Там все стоит, стоит, стоит. И касса. Выписали бумажку. Пошел на кассу. Сейчас я посмотрим. Да. Пойдем посмотрим в одежду. Сейчас перевернем камеру. Одежда. Где-то 57. Чего? 257 белорусских рублей. Это сколько? 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей, не хухры-мухры тебе. Галстуки вот, пожалуйста, тебе. Убери себе галстук. Его можно стирать, галстук. Галстук можно стирать. Чего? Нашел вот эту вещь, которая тебе нужна. Которая мне нужна? Клетчатый пиджак? Это Петрову надо отдать. Он любит такие. Ой, что он такой жесткий? Это лен, по-моему, слушай. Что такое? А что такое 88? Под 1, наверное, или чего-нибудь. А растут? Стоимость 113 рублей 10 копеек. Надо брать. ГОСТ. Пиджак мужской. Грудь 88. Талия 72. Дата изготовления. Март 17 года. В Витебске пошили. Мужская одежда, ответили. Видишь, как здесь и цей, как раньше были эти все. О, белорусские эти. Подарочные. Померь. Может, нельзя здесь примерять? Рублей. 450 рублей по нашему. Тебе идет, ты уж купишь себе? Поедешь домой так. В общем, немножко. Сейчас на паузу. Надо будет нажать, а то у меня память заканчивается. Мы хотим еще в одно место зайти показать в этом же видео. Супер крутейшее место. Где понравилось бы не только этому мужчине, но и тем, кто это смотрит. Это реально такое советское это. Как вот в ЦУМе я маленький. Ну да, да. Не хватает еще, знаешь, вот этих вот вентиляторов, которые наверху были такие, лопасти крутились, вот было бы вообще замечательно. Ну, замечания нам не сделали, значит, можно снимать. Ну, давай вниз тогда, что тут больше, да, что тут смотреть. Просто интересно, что мы, когда проходили в одну кафешечку, увидели на входе вот этот пейзаж. За окном витрин, вот тех больших. И решили на обратном пути зайти и посмотреть. Себя показать и вам показать то, что здесь продают. Такие женщины, вот такие красивые витрины. Вот мы проходили там мимо, вот так, и увидели через эти огромные витрины, увидели вот этих женщин. ЦУМ находится на площади, на улице Независимости, напротив Национального банка. Выход. О,
напротив прямо Национального банка Республики Беларусь. Проспект Незалежности. Вот Паша. А вот напротив дома, здесь это какой дом? Вот. Проспект Незалежности, 23. Вот Макдональдс. А нам надо, ребята, зайти с вами вот сюда, в Центральный Универсам. Мы вчера с Пашей когда увидели, но это я вам потом расскажу. Давайте сначала зайдем, я пройду, вам покажу, а потом, если времени хватит, мы вам расскажем историю. Ну, времени-то хватит, потому что мы сейчас доедем до гостиницы, сольем видео и в любом случае расскажем. Нам надо с вами, главное, успеть зайти вот сюда. Сегодня день, вчера был праздник, да? Ну да, чуть-чуть, мы не это. Сегодня даже все как-то это здесь прилично смотрится, потому что не это, не настолько колоритно. Вот эти вот лавочки, сейчас мы все увидим, стойки, точнее сказать. Мы вчера из-за окон этого витрины увидели вот эти пирожные. И решили зайти. Что показать? А вот здесь такие вот, смотрите, эти есть. Прикинь, да, такая. Люстры. В советское время, как у нас на Комсомольской станции. Женщина вот сидела, скучала виноводочную. Вот здесь вот, пожалуйста, колоритность, вот часть. Не очень, там, пожалуйста, женщина. Сейчас, Паш, выйдешь, выйдем, и ты расскажешь. Сейчас давайте выйдем и вам расскажем. Вчера там был трэш, сегодня там хороший кафетерий. Вчера просто мы зашли, и там, короче, ну вообще никто не ел. А кто ел, ел только закусывал. То есть такая рюмочная. Такая да. Прямо вот пропитая прямо, вонища. Вот это вот опять. Кто вот, по писяре, кто по соточке. Кто по соточке и с собой вот бутербродик с селедочкой. А мы-то зашли как нормальные люди, увидели пирожное, увидели белорусское, наверное, что-то местное, решили поесть. Так хотели, потому что после машины и все остальное сразу вышли гулять. Зашли, все вроде с ним в очередь, а потом понять не могу, почему так долго все работают, все обслуживается. А потом-то я понял, что кто-то чеколдыкает по 50 грамм, а кто-то по полному стаканчику пластмассовому. И хорошо, что по пластмассовому, а то тут могло бы быть и это по граненому стакану. Так что вот, ну колорит вы видели, стоит, когда женщина просто отдыхает, сегодня первый рабочий день, а она просто с пивочком стоит, просто хорошо. В общем, вот такая вот история. Вчера мы были вот там с Пашей, на той стороне, когда приехали, первые фотографии в Инстаграм выкладывали. Ты или стоишь в кадре, или ты встал около меня, голову так встал, стоит рядышком. Так что вот, будете у нас на Колыме, как говорится, в Минске. Выходной день обязательно вечером зайдите в универмаг Центральный, находящийся по адресу Проспект Незалежности, дом 23. Да. Добро пожаловать. Увидите необычайные ситуации. Кто рюмашку, кто пироженку. Ну, кто-то коньячок с бутербродиком из сельдью. Ну а следующий. Белорусские виски написано есть. Белорусские виски, кстати, здесь есть. А еще до этого мы заходили в. Как называется? Ну давай хоть туда пройдемся, а то мы встали, все равно через метро заходить. Если хватит видео, давай начнем говорить про кафетерий, который находится, как у чей, не помнишь предприятие это чье? Ну, в общем, местное это кондитерское. На К как-то. К. Ну да, не помню. Коломна, нет. Не как Коломна. Коммунарка, да, по-моему, Коммунарка. Местная кондитерская фабрика. Мы зашли, значит, туда попить чая. Ну, там все в таком. Вот, ребята, я ощутил себя в фильме Эльдара Рязанова. Вот это просто... Отойдите, покурить, дайте. Вот, продавщица вот это вот, все в таком. Вот это просто пипец. Потом мы еле-еле нашли стол. Ладно, сели, стол-то взяли.
то пирожные по 89 копеек. 89 копеек, да. Чай дороже, чем пироженки. Рубль 60, а пироженки дешевле. Потом мы ели, там к нам еще ребята подсели за стол. И подходит такая колоритная бабушка. С такой с пластмассовой корзинкой, которая в современное время, знаете, вот. В Ашанах там или где-то, да, ну, покупаешь просто продукты. А она туда эти чашки грязные, хренакс. Эти, как называется, блюдца, херакс. Эти пакетики из-под чая туда, хуякс. Прошу прощения, но это больше никак это не выразить такими этими. Потом, значит, это все туда так. И вот потом остаются, значит, такие эти железные, как называют? Алюминиевые, да, подносы, разносы. Она, значит, такая взяла, там у нее тряпка, она этой тряпкой покрутила. Прямо на столе. Этот, как называется, этот разнос. Санобработку сделала. Другой взяла, опять поставила, они там друг на дружке все. И то, что снизу грязное было, она ставит на чистое, то, что она уже сверху вытерла. И дальше пошла. Паша говорит, это что, начинает, что она санобработку прошла? Я говорю, ну что, тряпка была сырая? Будьте любезны, санобработка пройдена. Так что будьте у нас в Белоруссии на площади Незалежности, проспекте Незалежности. Приходите. Это, кстати, вот рядышком находится дом 23. Только туда, дальше от станции метро, получается, вглубь. А, вот там какой. А, дом напротив 18, да, я, по-моему, смотрел. Мы хотели подъехать завтра там, да, подарку купить. 18, но напротив, наверное, 16 или какой-то там дом. Да, а, не 16, там четный, там нечетный, наверное, 17-й, наверное. Ну, в общем. 18. В общем, а если вам нужна будет сим-карта, которая работает с буковкой Е, ну, в режиме H, самый-самый низкий интернет, то это, пожалуйста, вот оператор Live. Это вообще пипец. Поехали, значит, мы купить. Ну, чтобы как-то очень дорогая связь российских номеров на. Как называется, на здесь интернет. Звонить очень, интернет очень дорогой, мы решили купить местную симку вот в этом унитарном предприятии, которое называется Life, который находится по адресу Энгельса 8, да? Я не вижу там Энгельса 8. Ребята, это трэш. Буква Е, такого интернета я не видел вплоть, когда был проводной домашний интернет через модемы, вот эти, вот это вот было через телефон, телефон быстрее работал, чем сейчас мы. Короче, мы здесь без интернета, хорошо, что в той гостинице, про которую мы вам хвалили, есть офигительный интернет, скорость обалденная, выгружается все не в облако буквально за 10-20 минут, за 10 минут, за 7-10 минут одно видео там 15-минутное спокойно выгружается точно, но это очень быстро. Поэтому еще раз мы хвалим эту гостиницу под названием Арби, да, на станции метро Пушкинская. Осторожно, двери зачиняются. Наступна станция Пушкинская.